Всем привет! Сегодня мы снимаем крылышки. Нужно только все настроить и начинаем. Доставка все еще горячая. Только приехала. Та-да-да-да-да. Ведро. Ножки. Нужно только все разложить, и мы можем начинать. Смотрите на это. Вы это видите? Ведро горячих крыльев. Наггетсы. И тут ножки. Ну что, приступаем. Ну что, остался соус, и мы готовы начинать. Ну что, мы с вами все красиво расставили, и я готова начинать. Давайте начнем с ножки. Посмотрите на это. Вау. Берем соус. Активно макаем. Вау. Ребята, какая мягкая. Невероятно. Я не знаю, насколько это громко. Но я такого точно не ожидала от этой ножки. В KFC делают обалденные ножки. Кожица. Закрываем лицо. Хочу съесть еще одну ножку. Ну ладно. Крылышко. Опять мы активно макаем. Куда же без этого? Посмотрите. Сегодня невероятное обжиралово. Без лишних слов. Поставлю сюда ведро. KFC очень вкусно. Ребята, я думаю, что я съем это все. Потому что вкусно очень. Закрываю глаза. Вот такая ножка. Сегодня без болтовни. По делу. Честно вам скажу, острые. Крылья острые. Наггетс. Мои уши сползают. Не обращайте внимания.
мощный соус. Просто произведение искусства, согласитесь? KFC, как ты это делаешь? Я все хочу попробовать сначала отделить мясо от косточки. И у меня не хватает терпения, я просто макаю в соус. Ребят, как вы поняли, дела мои отлично. Как вам новая локация? Немножко я пересела. Мне кажется, посвежее, да? Вот и закончился мой стакан воды. Ну что, попробуем все это разделать. Кто придумал так есть KFC и вообще курочку, это немножко извращение, конечно, но, блин, вот все рассыпалось. Ладно, смотрите. Чистое мясо. Волшебно. Ну что, теперь можно и поговорить. В общем, сегодня KFC я заказывала, не знаю, раз 5, наверное. Почему так? Мне все время отменяли заказ. А так как я уже настроилась снять видео, и вот с новым, в новой локации, я просто не могла себе позволить отложить это событие. Вот, и ну и по итогу сняла, снимаю сейчас. Буду сейчас выкладывать, я думаю. Еще одно. Люди, кто никогда не ел крылышки KFC с кисло-сладким соусом, попробуйте, это очень вкусно. Это в таком, знаете, азиатском стиле. Ну что, укус? Так вот, делала я заказ 5 раз. Правда, 5 раз. И каждый раз его отменяли. Но когда его привезли, я уже все настроила и была готова к поглощению пищи. Поэтому они еще горяченькие. Ножка. Ребят, кусайте. Правда. Не жалко. У меня еще много. У меня еще целое ведро. Поэтому угощайтесь. Просто кайф, да? Но это очень красиво. Вот я не знаю, что может быть лучше еды. Да? Что выглядит более... Mm.
Что выглядит более аппетитно, чем еда? Ничего. Разошлась, да? Разошлась очень сильно. Потому что была голодная. И... И пришла еда. Все-таки... Крылышки я люблю есть с косточкой внутри. Отдельно не выковыриваю ее. Ой. Я все время забываю, что это не мусор. Ребят, что-то я накинулась на все как волк. И вот смела практически. Ну, не практически все, ладно, я вам вру. Осталось вот столько и вот столько наггетсов. Любитель наггетсов, простите меня, но все-таки я люблю больше крылышки и ножки. Куриные котлетки я люблю немножко меньше. Горит. Ну что, дорогие мои, ем последнюю, потому что просто больше не могу. Объедаться не буду. И так съела очень много, согласитесь. Это ножка. Гениальная, прекрасная, чудесная. И мы ее поглощаем. Моя кошка очень любит облизывать цветы. И прямо сейчас... Она лижет свой объект обожания. Я все время за него боюсь. Вы знаете, сегодня видео вообще практически без слов. Просто поесть. Забежала к вам буквально на 10 минуток. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой инстаграм, там у меня 5 подписчиков, представляете? Я создала новый аккаунт специально для ютуб-канала, и у меня же 5 подписчиков. Это круто, потому что 2 дня назад было 3. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, мне очень приятно. И до новых встреч. Я думаю, что скоро с вами увидимся. Пишите, что хотите видеть в следующем видео. Всем пока! Ну ладно, давайте еще кусочек. Пам!